Всем привет, я Денис Гладкий, и вы смотрите финальную июльскую раскрутку R&B и хип-хоп на главном музыкальном телеканале Russian Music Box. Дорогие телезрители, именно сегодня мы узнаем имя победителя. Но для начала давайте вспомним всех участников, которые боролись за ценный приз – ротацию клипа на канале Russian Music Box. Татуированные стильные участники под номером один – группа «Стереотип». Отпусти, смотрим. Отпусти, не держи меня. Мне понравилось это видео, мне понравилась песня, мне понравилось, как ребята выглядят. Сделано это очень талантливо, и в рамках этого своего образа они очень правильно себя позиционируют. И я думаю, что это имеет право на существование, и более того, это может иметь успех. Большой романтик Байрон все пытается втолковать всем девушкам, что про ней тоже есть чувства. Байрон, больше нет чувств. Номер два. Слезами, что будет дальше с нами? Что дальше с нами будет? Пожалуйста, оставь, забудь свои же принципы. Не надо было врать, раз ты знала, что не сбыться. Я не спорю, ты лучше, я не спорю, ты любишь. Но поздно или рано твоя любовь заведет меня в могилу. Опять звоню на мобилу, опять молчание, молчание лучше криков. Это видео мне не понравилось, мне не понравился этот трек. На мой взгляд, это все очень вторично. Все это уже было, все это уже 10 тысяч раз сказано. Клип абсолютно обычный. Вот. Это такая, мне кажется, интернет-история для друзей и для его знакомых. Для серьезного музыкального канала я думаю, что этот продукт недостаточно качественный. Вот. Ну, остается пожелать человеку только успехов и какого-то правильного творческого роста дальнейшего. Пока это все очень средне. Участник под номером 3 рассуждает о прелести жизни в своем родном городе. IG, каким бы ни был мой город. Каким бы ни был мой город, но я в нем вырос. Это мой урбан мэн, это мой лепест. Каким бы ни был мой город, он воспитал меня. Дал мне кров, мой черед его менять. И мой черед вот-вот поднять город на новый уровень, ведь тупо жить на всем готовом. Хоть я не робот, но приложу массу стараний. Где-то за рамками правил урбан стирает грани. А я стираю Nike, а его проспекты. Город не воспетый поэтами, похож на гетто. Это даже уже не вторично, это уже третично, эпитично. Все это уже было много-много-много раз сказано разными артистами. Клипа абсолютно простой, шаблонный, который, таких видео их сотни в интернете. Вот. Но здесь хочется отметить, что у человека талантливая читка. Вот. Над текстом я бы на его месте еще немножко поработал. Вот. А в плане текст, в плане подачи своего рэпа, вот, у него, в принципе, все в порядке. Тяжело, когда после долгих отношений видишь напоминание о былой любви. Для исполнителя под номером 4 это смс-ки. Дэй, смс-ки. Мы засыпали рядом, мы просыпались вместе, словно сговорившись друг другу смс-ки. Одновременно присылали, и тогда я понял, что тебя не брошу никогда. Давай поспорим, давай посмотрим твои любимые мультфильмы. Все мои фильмы выкинем из окон нашей жизни. Пусть у тебя другой, но ни за что на свете я не забуду сердцем. На мой взгляд, это точно копирует трек «Мачете», который был уже был популярен пару лет назад. Вот. Больше индивидуальности, на мой взгляд, необходимо. Больше действительно какого-то чего-то такого. Таких своих особенных музыкальных фишек. Но здесь, по крайней мере, чувствуется душа. Здесь, по крайней мере, чувствуется искренность. И здесь чувствуется, что действительно человек рассказывает о том, что ему близко, о том, что он действительно пережил.
Ребята из группы Red Room могут сделать так, чтобы день начал играть светом. Номер 5. Red Room, играя светом. Это абсолютная, стопроцентная копия с Noise MC. Даже если они какие-то яркие, даже действительно, если они делают какой-то качественный, хороший продукт или грамотный материал, это так или иначе копирует то, что уже было и то, что было сделано до этого. Это большой минус. Но ребята действительно талантливые, я уверен, что им нужно развивать просто свою индивидуальность, и все будет нормально. Солнечные и радостные участники под номером 6. Точка G. Рядом с тобой. Смотрим. Песня крайне посредственная, клип так себе, ну и название для группы, которая читает рэп-парень, точка G, как-то мне кажется, это вообще за гранью просто добра и зла. Однозначно надо название менять, вот, и... Может быть, тогда и творчество изменится в лучшую сторону. Это вообще жирный минус. Привет всем, кто только что присоединился. Я Денис Гладкий, и вы смотрите финальную раскрутку R&B хип-хоп на Russian Music Box. Под номером 7 представительница уникального направления – женский рэп, певица Солнце с песней «Папа». Наш дом всегда наполнен ярким светом. Я похожа на тебя, это хорошая примета. И мне точно есть на кого быть похожей. И не цветом волос, и просто цветом кожи. Не верю в принцев, да мне их и не надо. Ты мой герой, ведь ты один такой мой папа. И сколько бы мне не было, 15 или 40, я не забуду ни один из наших разговоров. Я буду пахнуть всегда твоими духами, а не какого-то мальчишки, с которым мы гуляли. Папа меня любит больше всех на свете. Я папина дочка, спасибо глупой примете. И ты точно помнишь, как я маленькая была. Мои красивые банты и эти детские глаза. Ну и пусть не всегда ты мог быть со мной рядом. Ты вот здесь, в груди. Это все, что мне знать надо. Вроде поет она, а неловко как-то мне. Вот. Это какая-то такая современная психоделическая лолита. Вот. Мне трудно вообще как бы дать этому какую-то адекватную оценку. Вот. Поэтому я скажу просто, что это не мое. Я этой песни не понял. Это очень странное видео, это очень странная песня. Участники под номером 8 сняли клип в заброшенной хижине в лесу. Как же им самим было не страшно? Прямо фит Максим Дедков с песней «Не соединить». Видно, что люди как-то попытались сделать какую-то такую интересную, необычную работу, но мне понравился трек. Хорошая читка, необычный вокал в припеве. Видно, что сделано это талантливо, поэтому я
скорее одобряю, нежели нет. Над клипами, над качеством видеоматериала, конечно же, людям можно еще и поработать, вот, но сам трек, текст, в принципе, все звучит достаточно хорошо. Участник под номером 9 заложил очень правильный призыв в название своей песни. SF, не убивай, смотрим. Лишь тебе одной хочу спасибо сказать, несмотря на то, что не объединяла кровать. Все эти ночи из души на лист, а той, что хочет, но боится любить, не скрывая чувства. Я уже просил, не убивай любовь, у нее нет сил не обновить всего, что было раньше. Я постараюсь забыть и пойду дальше, а ты просто послушай это, вникни каждой клеткой в эти куплеты, что я писал, будучи в душевном гипнозе, о тех чувствах, что сидят во мне занозой. Видно, что человек переживает и пережил и прочувствовал все те эмоции, которые он в него вложил. Вот. Но это близко и понятно, я думаю, будет только тому, кому он это посвятил. Вот. Как какой-то серьезный, конкурентоспособный продукт, я бы рассматривать это не стал. Следующая песня способна растопить сердце любой матери. И это большое счастье, когда у родителей есть такие сыновья, которые посвящают им свои песни. Натан фит Кумар Ракум, «Письмо маме», номер 10. Говорю спасибо, я тебе одной, мама. Все мои молитвы для тебя. Сравнивать его с предыдущим треком про папу, вот, то это, конечно, гораздо более здорово, гораздо более интересно, талантливо, искренне, хорошая читка. Ребята, в отличие от многих артистов, которые мы сегодня посмотрели, заморочились, они хорошо оделись, они нормально выглядят в клипе, видео. Простое, но при этом оно талантливое, оно понятное, вот, оно снято хорошо. И не знаю, на мой взгляд, это лучшее видео, из которых я сегодня посмотрел. Вот мы вплотную подошли к самому главному. Не буду вас больше томить. Все внимание на экран. Победителем июльской раскрутки R&B хип-хоп становится Солнце, Папа. А теперь давайте посмотрим, как прошел финальный концерт июльской раскрутки в ночном клубе «Сивкабурка». Финальный концерт раскрутки июля в стиле хип-хоп и R&B прошел в караоке-баре «Сивкабурка». Гонка за победу шла до самого конца, но даже сами участники делали свои ставки. Например, Дэй даже не скрывал свою симпатию к одной из участниц. Когда спрашивали, кто выиграет, я закричал «Солнце». Все, что у меня осталось, шкатулка в форме сердца, два кольца, а память. А проиграть будет не стыдно девушке? На самом деле, я буду очень рад, если Солнце выиграет. Кстати, с самой Солнце мы тоже пообщались. Почему ты, такая молодая, красивая девушка, выбрала такой жанр музыки? Ну, я всегда хотела ломать стереотипы. На что всегда наполнен ярким светом, я похожа на тебя, это хорошая примета. И не точно. Я долго училась, это действительно было очень сложно, очень много негативных комментариев, но я работала над собой, и вот видите, у меня получилось, я уже на Russian Music Box. Что ж, не будем долго вас интриговать, барабанная дробь. В июле победителем программы «Раскрутка R&B» по мнению зрителей международного музыкального телеканала Russian Music Box становится Солнце, друзья! Солнце стало победителем «Раскрутки R&B».
Поздравляем тебя, солнце, с победой! Я просто в шоке, честно, я до последнего не верила. И когда вот я смотрела каждый раз и думаю, так, я сейчас не выпала. А сейчас я стояла на сцене, действительно. Покажи. Вот, я действительно победитель, Илью. Боже, у меня столько эмоций. Конечно, мы понимаем тебя, побеждать всегда волнительно. Ну, а если ты тоже пишешь хорошие песни и считаешь, что твой клип достоин ротации в эфире Russian Music Box, присылай свое видео, и, быть может, в следующий раз победителем станешь именно ты. Я буду пахнуть над твоими духами, а не какого-то мальчишки, с которым мы гуляли. Папа меня любит больше всех на свете, я папину дочь, спасибо клубу в примете. Победителя юрской раскрутки назван. А это значит, что уже совсем скоро в программе «Раскрутка» появятся новые клипы и имена. Не пропустите. С вами был Денис Гладкин. Пока.